вопрос интересный. Ну, если ничего не поменяется, ничего не изменится, не изменится обстоятельства, от которых очень-очень сильно зависит наша профессия, не изменится международная обстановка, то следующий полет должен быть примерно через полтора года. Надеюсь, вы не приедете вам на старт, как это уже было? Я очень надеюсь, потому что это традиция. Я надеюсь, это уже становится традицией выпускника ВМЕХа провожать, когда выпускника ВМЕХа провожают и студенты, и преподаватели ВМЕХа. Это очень приятно и очень поддерживает во время подготовки, заключительной подготовки к курсу. Для нас очень важно первое.